«Подари объятия другу» – флешмоб под таким названием прошел в центре города 21 января. Несмотря на морозную погоду, в день объятий на Театральной площади было жарко. Добровольцы из волонтерских объединений Омска в образе милых плюшевых зверюшек решили поделиться с жителями города душевным теплом и хорошим настроением. Акция организована Центром поддержки молодежных добровольческих инициатив при содействии Министерства по делам молодежи Омской области. В мероприятии приняли участие волонтерские центры и отряды высших учебных заведений и школ города. Для чего ты сегодня здесь на акции? Почему тебе интересно вот в этом участвовать? Ну, мне кажется, это весело, это интересно, это очень по-молодежному. То есть это, опять же, флешмоб тоже самый, ну, это уйму удовольствия получаешь от этого и заряд энергии. Случайные участники акции по-разному отнеслись к объятиям на улице. Кто-то отказывался от подобного проявления нежности. Давайте обнимемся. Не в коем случае. Но основная масса людей все же были не прочь заключить в дружеские объятия мягких медведя и зайку и сыграть с волонтерами в ручеек. Как вам вообще такая идея обниматься на улице с незнакомыми людьми? Ну, в принципе, позитивно. Вам понравилось? Повышает настроение. Больше, конечно, встречается положительных эмоций, люди улыбаются и обнимают также, получают приятные пожелания. И, опять же, это улыбка очередная и эмоции для людей. Акция «Подари объятия другу» – одно из 300 добрых дел, которые омские волонтеры под эгидой Министерства по делам молодежи собираются совершить к юбилею Омска. Добровольческая акция «300 добрых дел любимому городу» и сегодняшнее мероприятие, посвященное Международному дню объятий «Подари объятия другу», это целый комплекс добровольческих мероприятий, который будет проходить в течение всего 2015 года на территории города. И это как раз-таки целый ряд молодежных добровольческих инициатив для жителей города, для того, чтобы подарить улыбки, отличное настроение, тепло своих сердец. И уличные прохожие, и сами участники зарядились положительными эмоциями. А это значит, акция прошла успешно. Волонтеры сделали еще одно доброе дело во благо родного города.